Влітку найбільше свіжих фруктів, ягід та овочів. Вони виростають у нашому регіоні і є найкориснішими для нашого організму. Як же їх правильно вживати, саме з цим питанням звертаємось до Дар'ї Лівих. І Дар'я Лівих – лікарка-дієтологиня. Сьогодні Даша принесла ось таку гарну тарілку. І ми зможемо розібрати, що ж нам їсти. Даша, рада вас бачити. Здравствуйте. Ми сьогодні побачимо, роздивимось і, можливо, хтось захоче тримати усе це у себе в холодильнику і їсти. 100%. Так і буде. Ну що ж, тоді перше питання – це ті фрукти, ягоди та овочі, які зараз вже дозріли. Вони корисні, звичайно, але треба розуміти, що обирати. Що треба покласти в кошик і їсти кожен день? Прежде всего, ми повинні пам'ятати о том, як вибирати, да? Плоды должны быть, плоды, овощи, фрукты, ягоды, они должны быть без признаков там каких-то повреждений, без сколов, без всяких таких моментов, без гнили, без плесени, естественно. На это все очень обращаем внимание, и даже если мы видим вот в супермаркетах, очень часто мы можем наблюдать вот эти вот бабушки, которые там роются, перерывают. Так вот, если там уже есть что-то с плесенью, то эта плесень есть уже на всех продуктах, то есть на всем том, что лежит в этой же коробке. Поэтому в идеале, конечно, покупать это все на рынках. Где это дышит, в открытом воздухе, то есть не в упаковках, не в коробках, где меньше шансов этому испортиться. Плюс продавцы, конечно, там очень тщательно отбирают сами все, что там уже испортилось, и не дает таким образом заражаться другим, ну, здоровым уже там ягодам, фруктам и так далее. Це ж те саме можна зробити і в своєму холодильнику. Якщо ви бачите, конечно, що щось пропало, ну там, не знаю, одна абрикосинка вже починає підгнивати. Ее надо срочно убрать, и желательно даже не обрезать, вот то, что наши люди часто делают, я вот это тут обрежу, а тут я съем. Нет, этот уже плод, он уже испорчен. И то, что мы видим внешне, это только верхушка айсберга, не стоит. Ну, правда, сейчас этого много, сейчас доступная цена, поэтому лучше просто съедайте нормальные, свежі, повноцінні, здорові плоди. Даш, я завжди пригадую свого дідуся, він казав, їжте підгнивші диньки, а ті хай підгнивають. І оце мені завжди впадає на думку, коли ми розуміємо, що пропало, ну не зовсім же пропало, так? Тому треба розуміти, що їсти, а що їсти вже потім. Тобто зеленіше ми залишаємо, спіле з'їдаємо зразу. І якщо ми обираємо на тиждень, наприклад, продукти, то ми повинні розуміти, що можливо нам вистачить на три дні. Не на увесь тиждень, а потрошки. Да, конечно, і хранити це в холодильнику 100%. Зараз жарко, зараз все буде портитися швидко. Тому, як ви бачите, тут є такі капельки роси, води. Это все то, что было, ну, я достала это из холодильника, да, чтобы привезти сюда, и уже вот, уже сейчас его надо съесть срочно. Дуже смачно все це виглядає, ну тут я так розумію, що той набір ягід, овочів і фруктів, який треба їсти прямо зараз. Это самый минимум, это прям вот минимум. Мы видим здесь черешню. Черешня очень, в ней много витамина С, есть железо, поэтому очень полезно тем, у кого есть анемия, железодефицит. Дефицит – это в первую очередь дети. Очень часто у детей есть такие состояния. Поэтому детям скармливаем черешню в первую очередь. Дальше. Абрикосы, да, это фрукт. В них много пектина, много тоже витамина С, много калия. Это больше вот пожилым людям, да, у кого гипертония, у кого там вопросы с сосудами, с кишечником. Это отличный стул и нормализация артериального давления. Дальше мы видим зелень, укроп, и, ну вот, листья салата и укроп. Это лидер по содержанию тоже калия, минералов. Укроп вообще просто наш украинский суперфуд. Поэтому его вообще в любой салат, в любую кашу, просто ешьте так, заваривайте чай на укропе. Все это будет полезно. Нам крайне важно, в летнее время мы теряем очень много минералов, электролитов с потом, поэтому важно их восстанавливать. Вот укроп – это лидер по содержанию минералов. Капуста – это витамин С и клетчатка, и белок, кстати. Вот те люди, которые, например, веганы, вегетарианцы, нужно понимать, что капустные, все капустные – это также источник белка, кроме там клетчатки и витамина С.
Останавливаемся или идем дальше? Даш, я все це думаю, що люди їдять весь час. Тут ще треба розуміти, в яких кількостях. Якщо ми бачимо, що кріп, його можна не трошки додавати до якихось страв, там, до перших чи до других, а просто їсти пучками, отак от брати і їсти, то я це розумію. І чим більше, тим краще. Да. То це було б дуже добре, якби люди так могли робити. А із приводу ягід. Кажуть, можна з'їсти навіть декілька ягід і ви вже будете непогано себе почувати. Чи це правильно? Чи декілька – це мало. Желательно хотя бы пару пучков, пару ваших долонь, да, горсточек ваших, именно детские горсточки, у взрослых взрослые горсточки. Вот примерно такое количество черешни, да, если мы переведем это на малину или клубнику, ежевику, все, что будет дальше еще появляться, этого достаточно. То есть примерно грамм 200 этого достаточно. По фруктам до 400, то есть в идеале это 300, не больше, потому что фрукты, в них как раз пользы меньше всего. Больше всего пользы это ягоды, овощи, зелень и только на последнем месте фрукты, даже сезонные. В них много сахара и много фруктозы, а фруктоза, она достаточно в избыточном количестве вредит нашей печени и поджелудочной железе, поэтому с фруктами мы не едим килограмм. Фрукты, вот давай запасемся на всю зиму. Витамины, которые содержатся в овощах и фруктах, практически все водорастворимые, и они нигде не задерживаются. То есть они вымываются с мочой. Вот мы их съели, они какая-то часть усвоилась, какая-то часть навсегда ушла с мочой вот туда. Я пам'ятаю, що, наприклад, треба з'їсти стільки яблук, наприклад, щоб отримати достатню кількість заліза в організмі, то завжди кажуть, відро треба з'їсти. Тобто дуже багато, дуже, щоб у вас щось залишилося. Це правда? Скільки треба з'їдати фруктів чи, можливо, ягід, про ягоди вже тільки що ви сказали, щоб залишилися ті вітаміни, які нам необхідні? Наш організм очень мудрий. Он знает и четко понимает, что для него в данный момент нужнее. Магний или калий, или кальций, или железо. Да? У тех людей, у которых есть железодефицит, естественно, железо будет усваиваться из всех продуктов. Это и мясо, это и овощи. И обязательно для того, чтобы всасывалось железо, например, должен быть витамин С. Его сейчас вот здесь на тарелке полно. То есть, по сути, витамина С вот здесь вот суточная норма лежит точно. То есть, если даже вот эту тарелочку вы съедаете, то в сутки витамина С вам достаточно. Железа, конечно, тут маловато. То есть, тут еще надо кусочек птицы или рыбы какой-то, потому что для усвоения железа нужен еще белок. Если углубляться вот в отдельные, да, минералы и витамины, то понятно, что здесь, вы знаете, очень много мифов. Поэтому не надо прямо углубляться, что вот есть, чтобы мне набрать там это количество железа, мне надо... Если у вас есть проблема, есть железодефицит, то с продуктами это невозможно исправить, если уже есть препараты проблема. Да. То есть надо либо добавки, либо витамины пропивать, в которых есть железо и кофакторы, для того, чтобы оно усваивалось. Если это магний и калий, который мы теряем очень быстро, то здесь его достаточно. Вот зеленый горошек и абрикосы, и укроп, там достаточно магния. И так по всем остальным. Важно понимать, что не привязывайтесь к чему-то одному. Ваше питание должно быть максимально разнообразным и при этом состоять летом на 60% из овощей и фруктов. Если говорим зимой, там, осенью, это 50%, то летом эта составляющая часть именно рациона 60%, чуть-чуть больше. Сыри, ж мы говорим. Не обязательно сыры, тут есть нюансы. Есть люди с колитами, с моментами желудка, хронический гастрит, панкреатит, им просто физически больно, когда они едят много сырой клетчатки, сырых овощей. Поэтому для таких людей, конечно же, нужно ее термически обрабатывать, готовить на пару, тушить, запекать, употреблять то же самое, только в таком обработанном виде. А як же вони тоді отримають ту кількість вітамінів? Вона все одно буде втрачатися в процесі? Часть вітамінів, звісно, втрачується. В першу чергу, це вітамін С. Він дуже швидко розрушається при високих температурах. Але при цьому,
какую-то часть эти люди могут съесть же сырым, правильно? Выбирать в таком случае ягоды. Вот это, особенно черная смородина, это рекордсмен по содержанию витамина С. Вот там одной горсточки достаточно, чтобы вы получили суточную норму витамина С. Ну от зараз чорна смородина якраз починає дозрівати, да. Треба її їсти терміново. Срочно покупати. До речі, теж. Шелковицю також, в ній много пектина і много магнія. Крижовник сюда же. Крайне важно понимать, что вот если мы, например, наберем сейчас много смородины и не успеем ее съесть, то ее можно заморозить. Заморозка – это самый щадящий, да, по сохранению вот всех минералов и витаминов способ заготовки. Важно только правильно потом размораживать. То есть не сразу в кипяток ее, а выложить, достать из морозильника и поставить в холодильник на ночь. Тогда это будет оптимально. Поступово. І, да, постепенно. З приводу моркви, наприклад. І ми знаємо, що морква і вітамін А, він засвоюється лише тоді, коли ми можемо додати, наприклад, жир. Вітамін Е. Так? Ну, жир. Щось жирне. Щось, да, жирне. Да. Це стосується лише моркви, чи є ще якісь овочі, які можна так само комбінувати з чимось? Тут важно понимать, что содержится в морковке, да, не только витамин А, это даже провитамин А, не сам витамин А. И для того, чтобы этот провитамин усвоился, нужен жир. И сюда же относятся витамин Е и витамин D. Витамина D, слава богу, поскольку мы находимся сейчас под солнцем, уже вырабатывается, но не у всех, хочу сразу сказать. У меня на приеме я вижу пациентов, которые сдают витамин D летом, и у них даже летом дефицит. А чему, ведь чего это заложить? Это отдельная лекция, прям отдельная история. Есть такие особенности кожи, плюс если мы ходим в одежде, если мы мажемся SPF, то, естественно, ультрафиолет не проходит в кожу и не усваивается, не образуется там витамин D. Поэтому его дефицит. И для того, чтобы он усваивался из пищи, тоже нужен жир. Угу. Морковка. В принципе, все цветные продукты, те же абрикосы, тот же помидоры, да, ликопин. Это вообще уникальный защитник нашей кожи от фотостарения, от ультрафиолетовых лучей. Но есть два нюанса по ликопину и по помидорам. Из сырых помидоров ликопин усваивается плохо. Практически не усваивается. Из томатной пасты усваивается очень хорошо. И при этом готовиться к пляжному сезону, к тому, чтобы не сгореть, желательно за 2-3 месяца. Но мы уже упустили, но на следующий год вы будете об этом помнить. Хотя бы столовая ложка томатной пасты в день. Это будет отличная вам защита и подготовка кожи к нагрузке ультрафиолетом, защита от фотостарения. То есть можно готовить. Ну, я могу с жиром. Да. Борщ, например, так? Борщ отлично. Вот эти все кабачковая икра, потом, опять же, у кого нет изжоги, кто нормально переносит кислые продукты, томатная паста отлично просто подходит. Но обязательно с жиром, с оливковым маслом. Это будет еще и витамин Е. З приводу тих продуктів, які достигають у нас, ми маємо таке, просто багатство, я би точно так сказала, тому що у нас є і ягоди, і фрукти, і овочі, і все це можна зараз отримати, а люди чомусь хочуть обрати собі екзотику. Купити банани, купити ананаси, купити, можливо, якісь ягоди, які дуже рідко у нас взагалі бувають на прилавках, які завозяться з інших країн. Апельсини ті ж самі? Ні, це непогано. Але чи можуть вони бути вартими стояти на одному щабелі з тим, що виростає тут у нас? Однозначно ні, звісно. Поки у нас є сезон, у нас Європа, європейський регіон теж один із найпопулярніших мест, где произрастают ягоды, в том числе дикие ягоды. Вот дикая там черника, земляника. Суниця зараз стільки багато. Это просто наше, понимаете, наше богатство, наше достояние. Не меняйте его ни на какую экзотику. Экзотику, пожалуйста, езжайте в Таиланд и там ешьте эту экзотику. Но сюда ее привозят зеленой, она здесь лежит непонятно где, непонятно как. Вкус абсолютно не тот, и вы просто выбрасываете деньги
на ветер. Лучше купите хороших ягод и вот прям наедайтесь от души, чтобы прям вот были синие пальцы. Ой, вот пригадую здесь, своє дитинство, коли ми просто обносили ті дерева шовковицею, так, і дуже багато наїдалися. Зараз, мені здається, діти вже менше так їдять. Просто можливості такої не у всіх є, але якщо є така можливість, у вас дерево где-то поблизости, пользуйтесь этой возможностью. Самое главное, здесь важно сказать про безопасность. Что, если это дерево, оно рядом с автомагистралью, ни в коем случае нельзя есть прямо с дерева, потому что много там, на этой шелковице, да, пыли, грязи, которая содержит там тяжелые металлы и так далее. Обязательно мыть. Если мы покупаем тоже на рынке, в супермаркете обязательно тщательно моем. Для людей, у которых есть, например, там ослабленный иммунитет, дети, пожилые, не мешают даже такие овощи и фрукты и зелень промыть в слабом растворе соды. Вот на 1 литр 1 столовая ложка соды, это будет вам слабый раствор соды, но после соды, конечно, тоже нужно промыть в проточной воде. Ну, не зашкодиться, не вимоються корисні речовини? Нет, ничего не вимоется, но на поверхности, то есть самая большая опасность таится, как правило, на поверхности вот плодов. Особенно вот у плодов, у которых шершавая поверхность, такие как абрикосы, персики, клубника. Это все там, где нельзя вымыть прям хорошенько. Поэтому вот раствор соды здесь хорошо подходит. Як зрозуміти, що там були пестициди? Ми скоро будемо отримувати вже кавуни і будемо бачити, як вони виглядають. Ми захочемо їх з'їсти, сезон почнеться. І ось тут найбільше, мабуть, отруєнь, пов'язаних з тим, що люди вживають кавуни, а кавуни вже чимось оброблені. Як нам себе знешкодити? Хороший вопрос. Прежде всего, нужно помнить, что если мы говорим о нитратах, то очень опасно именно их избыток. То есть мы нитраты фактически едим каждый день, просто в небольшом количестве. И это не вредно на самом деле. Вредны нитраты и особенно их избыток людям, у которых есть нарушение ритма сердца, у которых есть хроническая сердечная недостаточность, вопросы с сосудами, с нервной системой. Вот для них дети... Для них это опасно может быть. Меры предосторожности, да? Как выбирать? Ну, раньше августа точно не покупать. Вот прям нет. Раньше августа, середины августа они не созревают естественным образом. Поэтому раньше августа ни в коем случае не покупаем. В августе, когда покупаем, не выгрызаем прям вот это до белой вот этой... Зеленое есть не можно. Нет, потому что именно там содержатся нитраты те же. Обязательно этот арбуз тоже мыть содовым раствором, чтобы те нитраты, которые есть на поверхности, они с ножом, да, с вот этими всеми делами, не попадали внутрь продукта. Это основные меры предосторожности, ну и здравый смысл по количеству, конечно же. Сначала попробовали небольшое количество, если все хорошо, никуда не побежали, все в порядке, то можно тогда чуть-чуть больше съесть именно этого плода. Так, ну з кавунами зрозуміло з тими фруктами, овочами, ягодами, які зараз є. Наостанок хочеться, Даша, від вас почути ті рекомендації, які зараз усім просто дуже необхідні. Це як ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо, ну так, щоб швидко. Ми вже зрозуміли 60%, це всього, що нам потрібно знати, але, можливо, є якісь нюанси. Тут тоже быстро так не расскажешь, как бы я не хотела все это уложить, прям все вот. Первое. Обязательно должны быть еще белки в каждом приеме пищи. Хотя бы одно-два яйца в день. Это домашняя птица, это рыба, орехи, бобовые. Это то, что должно быть в каждом приеме пищи. Про овощи, ягоды мы поняли. И третий момент – это углеводы медленные. Это картофель, крупы. И бобовые сюда же. Этого тоже понемножечку в каждом приеме пищи. А в остальном подписывайтесь на меня в соцсетях, там все есть. Там все есть, и завтраки, и обеды, и ужины, все расписано, красиво показано. И вода, так? Треба багато води пити. Влітку особливо. Витаминный вот коктейль Сасі. Это прям вот для восполнения минералов самое то в летнюю жару. Там есть огурец, укроп, кинза и лайм. Это основные ингредиенты и имбирь, которые должны быть в этом напитке. Будете просто
цвести и пахнуть, и заряжаться энергией, потому что у вас будет восполнен минеральный состав крови, и в целом витамина С достаточно для того, чтобы лето провести на максимум. Даш, ми вже заразилися і зарядилися від вас, тому що така посмішка сяє, тому що стільки позитиву сьогодні ми отримали і зрозуміли, що все, що є, все є у нас на нашій землі. Все росте, треба просто вміти використовувати вдало і вчасно. Ось, це найголовніше. Два моменти, на які треба звертати увагу. Звичайно, їсти, їсти якомога більше і насолоджуватись літом. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії, і я сподіваюся, не в останнє. Будемо чекати на вас ще, буде ще сезон інших фруктів, ягід і овочів, і ми вас будемо чекати у нашій студії. А ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.